А что сказать? Тут говорить ничего не надо. Кто-то ее преследует. Это мания такая. Ее пытают, там на расстоянии режут. Ну, кто будет слушать-то такое? А ей чего надо-то от нас? Ну, она просила помолиться. Ну, помолиться, помолимся, избави Господи от лукавого. И все. А слушать там нечего. Ну, да. Она не сегодня такая стала. И, может быть, она кому-то действительно надоела, кто-то ей пригрозил. Она уже знает, знакома где спрятаться в психиатрию. То есть она, может, оттуда не вылазит вообще. Закрой ее совсем. Больше не сообщайся, и встреч никаких не надо иметь. Все, пока я отхожу, с Богом. Игнат Тихонович, у меня краткий вопрос. Давай. Я там вам прислал по трехтомнику. Да. Сокращение книг библейских. Ну, вы сделайте, что там есть, а я посмотрю. Я сделал файл. Вы посмотрите, чтобы нам все книги, чтобы одинаково назывались сокращенно. А они всегда все так. А как сокращенно? В каком месте? У меня нет обычно. Я имею в виду сокращение там. Иов, как сокращать книгу там. 2 Петра, 2 Пет, точка. И дальше глава стих. Да, так вот и было, все... так и было. Ну вот, я вам прислал там файл в скайпе. Посмотрите, пожалуйста, чтобы везде, ну, чтобы правильно было. Потому что в трехтомнике я смотрю, там где-то в одном месте так, а в другом по-другому сокращение. Ну, пример, пример приведи. Как? Ну, сейчас скажу вам. Сейчас. Например, сейчас я открою. Я вчера Вячеславу писал. Так. Вот к истинному православию, например, написано 2 Петр, точка. И дальше глава стих. Ну да. А в трехтомнике написано 2 Петр без буквы Р. Точка, глава стих. Ну и одно и то же. Ничего не надо менять, потому что это так и так можно. Потом Иисус Навин. Например, к истинному православию написано Иис, Иис, точка, Нав, точка. А в трехтомнике просто написано Нав, точка. Ну, Нав-то нет. Это там попереди букву И поставить и все. Потом Иоанн, Евангелие от Иоанна. Где-то ИН стоит, а где-то ИОАН, точка. ИОАН, то и другое подойдет. Ничего менять не надо. Ну, я понял, то есть просто ну, единообразие. Так. В одних произведениях так, в других так, и все догадываются. Вот когда говорят «Мар» – это «Марка», я переправляю «МРК». Так это уже подробнее будет. Угу. То есть МРК не МК, а МРК. Да, ну могут они так делать, но я МРК всегда пишу. Ну вот я и хотел, чтобы вы посмотрели там файлик ну, вот этот. Ну давай, да, давайте я посмотрю. А ну что? Вот он здесь у вас в скайпе там и... К единообразию. Да, оно то и другое подходит. В разных произведениях по-разному показывают, а мы ни то, ни другое не можем отрицать. И ни там мы не выправим. Но принимаем то и другое. Ну да, но я не знаю, если сейчас можете открыть, прям пока говорим, то сейчас, или потом посмотрите мне тогда. Напишите. Ну, только Иисус Навин и поставить, все остальное можно и не трогать. Ну, хорошо, понял, спасибо, Христос. Все с Богом. Когда уже будете готовить уже всем, надо, чтобы сошлись буквально до строчки со вторым изданием, по страницам. Проверьте вот где. Надо, чтобы оно все совпало. Количество страниц я делаю, чтобы совпадало, но чтобы до строчки сошлось, так может и не получится, надо смотреть там. Ну, надо постараться сделать так. Никакой страницы не будет. Если строчки две где-то будет чистая, это сойдет. А если не вмещается, ее девать уже некуда будет. Там, если что, я чуть-чуть шрифт меняю, чуть-чуть уменьшаю или увеличиваю, и оно подтягивается, нормально становится. Ну, надо посмотреть будет. Потому что у нас и так оно не крупно. А если уменьшать начнем, оно еще больше. Так. Да. Хорошо. Где там комментарии дают, так вот посмотреть надо, чтобы другой шрифт был, скул. Я показал, это Times, остальное.
так вот, как было, так и оставить. У меня просьба ничего не менять, потому что этот второй выпуск был очень благословенный. Много людей прочитали, многие приняли, и менять ничего не надо, улучшать. То Господь принял. Принял, только «е» превратить в «ё», где надо, знаки препинания, там, кавычки поставить, это так. А остальное желательно, чтобы вошло один к одному. Надо просто... Мы видим, что этот второй выпуск был очень благословенный. И запросы, я сейчас только комплекта можно высылать. И что, чтобы людям приобрести это, целым комплектом заказывают. У нас, ну, мы просто видим. Первый был 1000 экземпляров, второй сделал 2000 экземпляров. И сразу все уже к концу подошло. Рядом прям. Я там заметил, что, например, написано «глава вторая», и словами написано «вторая». Но обычно пишут цифрой. Но... Ну, может быть, и так. То и другое годится. Как есть, ничего не менять. Мы понимаем то и другое. Иногда у меня просто пишет «Игнатий Лапки», иногда пишет «ИТЛ», а иногда «Игла». Это я все одинаковый. Еще там квадратные скобки, кстати, я заметил. То есть там линиями отделяется ваш комментарий, а еще квадратные скобки такие. Ну это все, в общем, надо оставляем. Надо посмотреть, что значит квадратное. Целиком комментарий в квадратные скобки, этого не было. Там в начале, перед первой буквой квадратная скобка. А. И в конце комментария, в конце. Да, да, это может быть. Показать, что этим заканчивается. А не так, что скобку растянуть. Нет, нет, и там так, линия еще. Теперь, где были объявления, там, занятия в университете, детский лагерь, туда заполнить то, что я сейчас вам скину, прям сразу. А это, которое я скину, наши ресурсы, с Вячеславом поговорить, и телефон мой, чтобы нигде не был. Нигде. Тщательно проверить. Потому что у меня столько звонков, я отвечать не могу, пока человек не узнает где-то. И я не отвечаю, не моя сторона. Вот она сейчас, может, что скажете, я ничего не сказал. Говорить ничего нельзя. Зачем я буду разговаривать с бесами? Она давно под этим влиянием, и она не говорит, когда это было, она не верила, и, как правило, входит во время блуда. Это я уже знаком с такими людьми, они ко мне на дом приходили, я их записывал, знаю как. Поэтому закрою ее совсем, чтобы больше не встречаться. Никакой пользы нету. Выставлять есть смысл ролик или не будем выставлять? Ну, можно показать. Я тоже записал. Посмотрю. Вреда от этого никакого не будет, но чтобы на этом конец. Тем более вы всегда говорите, что у нас записывается, я не стал говорить. Выставляется в интернет. Она ничего там не сказала, кроме бреда этого. Дети, ну, где-то кто-то, все, у нее ничего не сходится. Спросите, за чего, зачем она лезет, что это за люди, за что они угрожают, какую она опасность для них. Она ни на один вопрос не ответит. И это не надо спрашивать, она будет дальше говорить неправду. Ну, спаси Христос, что время уделили. Ну, ничего не сделаешь, я благодарю тебя. Давай, сейчас я тебе скину, и которая там в конце... Во всех одинаково было. Поставь, посмотри, как оно войдет. Там можно шрифт чуть-чуть где-то... Ну, чтобы вошло все. Там три. Первое, что у нас ресурсы. Второе, там как бы отделяется то, что занятия идут, молитвы. И третье, когда мне можно звонить. Когда и как. Только в скайпе, не в телефоне. И вот это все надо расположить. А может быть, как раз расположить так, чтобы первое ваше, оно большое, а на вторую страницу, ну, другое, может быть, более крупно. Никаких... Ну, там уже сделано это, Вячеслав сделал. Я думаю, что... Надо проверить. Вячеслав пусть еще раз проверит, потому что, когда зайдет, сколько там, насколько идет, я-то думаю, что хотя бы 1005 экземпляров сделать. Но это не получится, денег, видать, нету еще. Надо подождать пока. Вот которые работали, там Кондратюк, она очень хорошо делала там. Вот Ксения Жарова там, надо посмотреть у ней. Она там даже один том не доделала, и Ирина Кондратюк помогала. Проверить. Все запятушки, все. Там написано, если минус, это означает снизу считать страницу. Строчка какая? А, например, минус 7, это означает седьмая строчка снизу. Вот поэтому надо держать, чтобы строчка в строчку шло. Потому что все исправления идут от низу или от верху строчка.
Не выходить никуда. Проверить, чтобы нигде не смещалось. Один к одному было. И тогда можно будет выправить. А так не выправить, не найдешь. Потому что... Мне уже Вячеслав скинул, уже все там выправлено, я уже только причесываю это. Уже ну, все, смотрите, все, смотрите. Чтобы оно было так, как там написано. Если оно написано, я... такая страница, страница-то 500-я, а у тебя будет 501-я, это уже ничего ты не найдешь. Это только думаем, что выправили. На самом деле ничего не сделал. Когда один к одному идет, строчка в строчку, тогда можно эти исправления принять, которые нам помогли они. Ксения и Ирина. Да. А так ты никогда не найдешь. Я пробовал сделать-то никак. И вот тут... Да, конечно. Ну... Я прошу, помолитесь, потому что у меня что-то компьютер вчера стал прям зависать. Ни, такого никогда не было. Ну, что, что Господи, помилуй. Прям... А как компьютер у вас зависает? А чего он? Вот я правку вношу, трехтомники, да, верстаю. Да. Вношу правку, и он раз, и виснет, и буквально, ну, секунд 10... Ничего нельзя делать. Потом он раз, отвисает, опять можно работать. Поговори с Вячеславом. Если нужны какие-то, чтобы знаю где-то, Вячеслав много знает. Что можно? Посмотреть, что-то может купить, да, добавить. Но надо подготавливать, чтобы было готово. И все, что делаете, мне старайтесь скинуть. Чтобы я еще раз посмотрел, проверил. Буква в букву, один к одному. Какой шрифт? Все сделать одинаково. Потому что второй выпуск был очень благословенный. Он и у патриарха, он и у Путина. И мы развезли, представь, 650 библиотек мира проехали. Еще ради мы будем менять-то. И везде отзывы какие, люди обращаются. Там и критика какая была, все заглохло. А теперь мы, который скажет, у нас все так и осталось, только вот это «е» в «ё» превратили, и где надо там ну, дополнительные кавычки поставить. Видно, что серьезно сестры поработали. Так, отхожу. С Богом. Все, спасибо. Да, меня удивляйте и присылайте, чтобы я проверял.